Среднеахтубинском районе инспекторы дорожно-патрульной службы задержали подозреваемого в угоне иномарки, принадлежавшей водителю такси. 33-летний ранее судимый волжанин, воспользовавшись тем, что водитель вышел из салона автомобиля, совершил угон Рено Логан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские города Волжского возбудили уголовное дело в отношении матери, не исполнявшей свои родительские обязанности. 37-летняя женщина систематически злоупотребляла спиртными напитками, вела антиобщественный образ жизни. После рождения сына фактически не занималась его воспитанием. Ребенок на протяжении длительного периода времени находился у бабушки. Минувшим летом, забрав ребенка, женщина в воспитательных целях стала применять к своему 12-летнему сыну физическое насилие, периодически беспричинно наказывая его голодом. Подозреваемый грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В отношении жителей Ворошиловского района по факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. 27-летний волгоградец был задержан нарядом полка патрульно-постовой службы с обрезом охотничьего двуствольного гладкоствольного ружья. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Уважаемые граждане, напоминаем, что от уголовной ответственности освобождаются лица, добровольно выдавшие оружие и боеприпасы. При этом гражданам после проведения необходимых проверок выплачивается денежное вознаграждение. Сдать оружие и боеприпасы можно в любом отделе внутренних дел.